среду в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде снега. Температура воздуха в дневное время -1, +1 градус, ночью 0, -2. Ветер восточного, юго-восточного направления и скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем +1, ночью -1 градус, ветер восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, днем 0, ночью -1 градус, восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре небо закроют тучи, к вечеру возможен небольшой снег, днем 0 градусов, ночью -2. Ветер восточного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.